Сегодня в полночь одесситы встретили двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана. В этом году он представлял Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в категории гребля на байдарках и каноэ. Оттуда спортсмен привез золото. О том, как встречали чемпиона, расскажет Анастасия Кожушка. С флагами и под гимн Украины. Так в Одессе встречают двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана. В этом году он достойно представил Украину на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в категории гребля на байдарках и каноэ. В Одессу он привез золото. Чемпион признается, победа далась ему нелегко. Очень много, скажем так, интриг плелось вокруг меня до Олимпиады. Нелегкое было попадание на Олимпиаду. И, скажем так, и финал тоже было нелегкое попадание. Но все эти трудности только закаляют, и как бы я рад, что их прошел с достоинством. Несмотря на это, Юрий приложил все свои усилия и достойно показал себя на соревнованиях. Победа в этот раз была очень уникальная. Удалось все. Старт, удалось прохождение всей дистанции отлично, без сбоя, и финиш. В этом году на Олимпийских играх Украина завоевала всего 11 медалей, из них лишь 2 золотые. И одна из них в Одессе. Это мне очень радует, потому что я свой город очень люблю и вообще свою страну люблю. Поэтому очень сильно горжусь. Эта победа для Юрия не первая. В 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне он тоже завоевал золотую медаль. Останавливаться на достигнутом чемпион не собирается. Коллекцию золотых медалей планирует пополнять и дальше. Ирина Рогозянская, Анастасия Кожушка, Алексей Пережилин, 7 канал.